Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о том, что Toyota готовит обновление для модели iGo. Об этом сообщает издание Автокар со ссылкой на исполнительного вице-президента Toyota Европа Мэтта Харрисона. Обновленный Toyota iGo в скором времени может стать безальтернативным предложением на рынке моделей Super Mini, так как многие производители отказываются от автомобилей в данном сегменте. Вице-президент Toyota Европы сообщил изданию, что сделать модели рентабельной на рынке Super Mini достаточно сложно. Но при этом хэтчбэк iGo получит очередное обновление. Также топ-менеджер компании отметил, что электрификация не позволяет сохранить цены на приемлемом уровне в данном сегменте. Поэтому новый iGo получит традиционный двигатель внутреннего сгорания. Скорее всего, это будет малолитражный бензиновый двигатель, который будет сочетаться как с механической коробкой передач, так и с автоматом. Разработкой обновленного Toyota iGo будут заниматься специалисты Toyota из Брюсселя, а серийное производство будет налажено в Чехии. Дата официального дебюта новинки пока не называется. Планируется, что это должно произойти в начале 2021 года. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!